На днях сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на территории города задержали двоих жителей Пермского края 1978 и 1983 годов рождения. По предварительным данным, мужчины приехали в Нефтекамск с целью размещения закладок с наркотическими средствами. При личном досмотре у данных граждан обнаружено 74 пакетиков с наркотическими средствами общей массой более 47 граммов. В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта наркотических средств в крупном и значительных размерах. В ходе расследования установлено, что данные граждане с оптового схрона забрали крупный товар, приехали в город Нефтекамск, арендовали квартиру, расфасовали вещество по пакетикам и направились сооружать тайники. В настоящее время данные граждане находятся под стражей. Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории города регулярно проводится ряд профилактических мероприятий. Так, с 5 по 14 августа проходит третий этап межведомственной комплексной операции «МАК-2024». Она направлена на выявление незаконных посевов, а также очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Борьба с наркотиками, она не обходится без помощи населения. За предыдущий этап операции МАК в отделе МВД России по городу Нефтекамску зарегистрировано 8 информативных обращений граждан. В связи с этим мы обращаемся к жителям города. Если граждане располагают информацией о фактах культивирования наркосодержащих растений, либо о местности дикорастущих зарослей, просим сообщить по телефонам доверия МВД по Республике Башкортостан по номерам 279-32-92, либо с мобильного телефона по номеру 102, либо в дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску по номеру 229-02. Ксения Белалова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».